Добрый день, друзья! Игорь Жабский представляет. Сегодня 16 июля 2017 года. Мы с семьей приехали на Шамару. Хорошая погода, солнечная, ветра нету. На вечер обещают дождь, но пока мы пользуемся хорошей погодой. Я начинаю свое видео со стороны моря. Показываю вам береговую полосу, которая вся занята отдыхающими. Много детей. Плескаются, радуются. Вот этот мыс, который я раньше обходил и показывал видео с него. Сегодня на него не пойду. Похожу по берегу, поснимаю. Вот Дениска плавает. Так, сюда не плыви, плыви к берегу. Дениска плавает там где-то на берегу или возле берега. Саша с Мариной. Мы пойдем на берег. Давай ты со мной. Такие дамы заходят в море. Мы идем на берег. Тучки вот потихоньку. Облака, можно сказать, собираются, собираются. К вечеру, наверное, потемнеют. И обещают дождик. Но нам вечер не важен. Важна сейчас погода. Теплая, спокойная. Ветра нету. Загорай не хочу. Вот мы и загораем. Вот мы уже вышли на берег. Дениска побежал к маме. Мы посмотрим на Шамару уже с берега. Народ ходит, дети плескаются. Вот уже накатались и на берег. Вот и Марина с Сашей. Марина, привет! А вот и Саша, которая вернулась из лагеря. Марина завтра поедет в лагерь. Вот они втроем сидят тут, копают. Мы немножко посмотрим на прибой. Вот такой вот прибой. Вроде ветра нету, но волны гонят. Гонит волны ветер с моря, как пела Натали. Ветер с моря дул, нагонял мечту. Вот оно нагоняет с моря волны. Центральной части нашей России регионы заливает водой, грозы, а
нас вот пока хорошая погода, чему мы и рады. Так что, москвичи, давайте к нам в Приморье отдыхать. Дамы с собачками отдыхают. Много совсем маленьких детей с родителями. Дети радуются и погоде, и в воде. Ну все, друзья, на этом я, наверное, и закончу небольшой ролик о Шамаре. До новых встреч. Пока.